Мы посмотреть. Вы просто профессионалы уже, да. Спортивные занятия, творческие литературные кружки. Все это доступно участникам клуба «Активное долголетие», который базируется в Одинцовской библиотеке номер 1. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с местными активистами «Единой России» встретился с долголетами. Здесь вот прям полный набор всего, что есть. И я предлагаю вам посетить у нас сегодня театральную мастерскую. Наши творческие девчонки там занимаются. Вот, и у них сегодня подготовка. Они скоро дают у нас концерт. Прям по всем своим направлениям. Пойдемте. Оздоровительная физкультура, йога, литературный клуб, скандинавская ходьба, компьютерные курсы и многое другое. Пенсионеры могут выбрать 19 видов занятий и активностей. Я вас приветствую на нашем занятии. В прошлом году наш округ стал лучшим в реализации губернаторского проекта «Активное долголетие». Для членов клуба было проведено 82 экскурсии и 36 мероприятий, а количество его участников выросло в 4 раза – до 9,5 тысяч человек. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».